Сомнений нет в том, что это его незаконно рожденный, как выражались в гнилом буржуазном обществе, сын. Вот как развлекается наша псевдоученая буржуазия. 7 комнат, каждый умеет занимать до тех пор, пока блистающий меч правосудия не сверкнул над ним красным лучом. Швондер. Скажи ему, что уже 5 часов, чтоб прекратил. Да. И позови его сюда, пожалуйста. Я, кажется, 2 раза уже просил не спать на палатях в кухне, тем более днем. Воздух в кухне приятнее. Что это за гадость? Я говорю о галстуке. Чем же гадость? Шикарный галстук. Дарья Петровна подарила. Дарья Петровна вам мерзость подарила? Вроде этих ботинок. Что это за сияющая чепуха? Чего, я хуже людей? Пойдите на Кузнецкий. Все в лаковых. Спанье на палатях отменяется. Понятно? Там женщины. Ну уж и женщины, подумаешь. Барыни какие. Обыкновенная прислуга офорцу, как у комиссарши. Это вся Зинка ябедничает. Не сметь Зину называть Зинкой. Понятно? Понятно, я спрашиваю. Понятно. Значит так, окурки не бросать, не плевать. С писсуаром обращаться аккуратно. С Зиной всякие разговоры прекратить. Она жалуется, что вы в темноте ее подкарауливаете. Кто сказал пациенту, пес его знает? Что вы в самом деле? В кабаке, что ли? Что-то вы меня больно утесняете, папаша. Что? Какой я вам папаша? Что это за фамильярность? Называйте меня по имени отчеству. Да что вы все? То не плевать, то не кури, туда не ходи. Чисто, как в трамвае. Чего вы мне жить не даете? И насчет папаши. Это вы напрасно. Разве я просил мне операцию делать? Хорошенькое дело. Ухватили животную. Исполосовали ножиком голову. А теперь гнушаются. А я, может, своего разрешения на операцию не давал. А равно и мои родные. Я иск, может, имею право предъявить. Вы изволите быть недовольны, что вас превратили в человека? Может быть, вы предпочитаете снова бегать по помойкам? Мерзнуть в подворотнях? Да что вы все попрекаете? Помойка, помойка. Я, может, свой кусок хлеба добывал. А если бы я у вас помер под ножиком, вы что на это выразите, товарищ? Филипп Филиппович, я вам не товарищ. А, уж конечно. Как же. Какие уж мы вам товарищи. Где уж. Мы понимаем-с. Мы в университетах не обучались. В квартирах по 15 комнат с ваннами не жили. Только теперь пора бы это оставить. В настоящее время каждый имеет свое право. Пальцами блох лови, пальцами. Не понимаю, откуда вы их только берете?
Да что ж, развожу их, что ли? Видно, в Лохе меня любят. Но нету время рыдать, рыдать, когда сменим мы стремя на сталь труда. Документ, Филипп Филиппович, мне надо. Документ? Черт. А может быть, это как-нибудь... Это уж извиняюсь. Сами знаете, человеку без документов строго воспрещается существовать. Во-первых, домком. Ну, при чем тут домком? Как это при чем? Встречают, спрашивают. Когда же ты, говорят, многоуважаемый, пропишешься? Воображаю, что вы им наговорили. Ведь я запрещал вам шляться по лестницам. Довольно обидные ваши слова. Очень обидные. Что, я каторжный? Как это так, шляться? Ну и что же он говорит, этот ваш прелестный домком? Вы его напрасно прелестным ругаете. Он интересы защищает. Чьи интересы, позвольте осведомиться? Известно, чьи. Трудового элемента. Вы что же, труженик? Да уж известно, не Непман. Ну, что же ему нужно в защите ваших революционных интересов? Известно что. Прописать меня. Они говорят, где ж это видано, чтоб человек проживал непрописанный в Москве. Это раз. А самое главное, учетная карточка. Я дезертиром быть не желаю. Опять же, союз, биржа. Но позвольте узнать, как же я вас пропишу? У вас же нет ни имени, ни фамилии. Это несправедливо. Имя я себе совершенно спокойно могу избрать. Пропечатал в газете и шабаш. И как же вам угодно именоваться? Полиграф, полиграф. Ну ладно, не валяйте дурака, я с вами серьезно разговариваю. Что-то не пойму я. Мне по матушке нельзя, плевать нельзя. А от вас только и слышу. Дурак, дурак. Видно, только профессорам разрешается ругаться. В Ресифисере, а? Извините, мне ваше имя показалось странным. Где вы только откопали такое? Домком посоветовал. По календарю искали. Какие тебе говорят? Я и выбрал. Зина, и смотровой календарь, пожалуйста. Ни в каком календаре ничего подобного быть не может. Довольно удивительно, когда у вас смотровой висит. Пожалуйста. Ну и где? Да вот. 4 марта празднуется. Да, действительно. В печку его, сейчас же. Ну, а фамилию позвольте узнать. Фамилию? Я согласен наследственную принять. А именно? Шариков. Троцкий в своих многочисленных
капиталистическом мире противоречия классовые и межгосударственные будут нарастать. Запомни это навсегда. Классовые бои между пролетариатом и буржуазией неизбежно усилятся. Ну и что там писать? Ну что ж, дело несложное. Пишите удостоверение, гражданин профессор. Что так, мол, и так. Предъявитель сего. Действительно, Шариков Полиграф Полиграфович. Зародившийся, мол, в вашей квартире. О, черт, глупее ничего себе и представить нельзя. Ничего он не зародился, а просто... Ну, одним словом... Это ваше дело, зародился или нет. В общем и целом, вы ведь делали опыт, профессор. Вы создали гражданина Шарикова. И очень просто. Я бы вас очень просил не вмешиваться в разговор. И вы напрасно говорите, очень просто. Это очень непросто. Как же мне не вмешиваться? Простите, профессор, гражданин Шариков совершенно прав. Это его право участвовать в обсуждении собственной участи. Ну, хорошо. Предъявитель сего – человек, полученный при лабораторном опыте путем операции на головном мозгу, нуждается в документах. Черт, я вообще против получения этих идиотских документов. Подпись профессора Преображенской. Довольно странно, профессор, как это вы документы называете идиотскими. Я не могу допустить пребывания в доме бездокументного жильца, да еще не взятого на воинский учет милиции. А вдруг война с империалистическими хищниками? Я воевать не пойду никуда. Вы, гражданин Шариков, говорите в высшей степени несознательно. На воинский учет надо взяться. Ну, учет возьмусь, а воевать шиш с маслом. Я тяжко раненый при операции. Меня, видишь, как оттяпали. Вы анархист-индивидуалист? Мне белый билет полагается. Ну, хорошо. Неважно пока. Факт в том, что мы бумагу профессора отправим в милицию, а вам выдадим документ. А, скажите, нет ли у вас в доме свободной комнаты? Я согласен купить ее. Извините, профессор, нет. И не предвидится. Клянусь вам, доктор. Я измучился за эти две недели больше, чем за последние 4. Куда? Я сколько раз приказывал, чтобы котов не было. Где он? Да здесь он, пока я начерпал ванну. Иван Аронович, успокойте пациента, пожалуйста. Открыть сию минуту! Убью на месте! Здесь, здесь, кот! Сию же минуту извольте выйти отсюда! Зачем вы заперли? Какого черта я не слышу? Закройте воду! Да закройте же воду! Закрой воду, дурак! Я не понимаю, что он сделал? Вот он! Вы с ума сошли? Почему вы не выходите? Защелкнулся я! Ну, откройте замок! Замков никогда не видели. Да не открывается окаянный! Там пупочка такая есть. Там пупочка есть! Нажмите ее внизу. Вниз надо! Вниз нажимайте, вниз! Ни пса не видно! Лампу зажгите! Он взвесился. Собака! Да котяра проклятый лампу раскокал, а я стал и подлеза за ноги хватать, кран вывернул, а теперь найти не могу. Господи Иисусе, помилуй нас грешных. Что вам надо? Сапскула я, странница. Пришла собачку, говоря, что ее посмотреть. Прошу вас. Она Сапскула. Прошу, прошу. Дарья Петровна, я ж просил вас. Ну, Филипп Филиппович, ну они целый день ходят и ходят.
скорее, Федор! Сейчас лампу возьму! Федор! Федор, скорее! Иду, иду! Федор, ну что там? Филипп Филиппович, надо открывать! Пусть разойдется, отсосем из губки! Открывай! Еле заткнул. Напор большой. Где он? Там. Боится выходить. Бить будете, папаша? Фуй! Идиот! Ты что это, леший, ее по всей квартире гоняешь? Набирай ему миску! Да что в миску? Она в парадную вылезет! О, дурак! Ну, дурак! Сегодня приема не будет, у нас несчастье. Труба лопнула. Нет, нет, сегодня никак не получится. Сегодня никак не... Зина, Зина, отсюда вытирайте! Она же сейчас на парадной потечет. Ну что же вы, а? Хорошо, ладно. Нет, сегодня никак не получится. Нет, нет, завтра, в другой день. Иван Арольевич! Идите в спальню, я вам туфли дам. Ничего, Филипп Филиппович. Какие пустяки. О, Господи. Оденьте галоши. Да все равно уже ноги мокрые. Ах ты, боже мой. Да чего вредное животное? Это кого вы имеете в виду, позвольте вас спросить? Кота я имею в виду, такая сволочь. Я не видел более наглого существа, чем вы. И когда вы кончите гоняться за котами, дикарь. Какой дикарь? Ничего не дикарь. Его в квартире терпеть невозможно. Фарш слопал у Дарьи. Я его поучить хотел. Вас самого надо поучить. Вы хоть раз смотрели на свою физиономию в зеркало? Чуть глаза не лишил. Вот сука, а? Я извиняюсь, уж прямо совестно. Только за стекло в 7-й квартире. Гражданин Шариков камнями швырялся. Чтоб кота? Тот, чтоб хозяина. Кухарку ихнюю Шариков, значит, обнял. Тот гнать стал. Ну, повздорили. Сколько я должен? 1,5. Еще за такого мерзавца 1,5 целковых платить. Да он сам! Не смейте! Не волнуйтесь, Филипп Филиппович. Вы что, в кабаке, что ли? Прекратите эти выходки! Вот так. Вот это так. Да по уху бы еще. Ну что ты, Федор? Помилуй, Филипп Филиппович. Вас жалко. Дух императора. Скажи, долго ли продержатся у власти большевики? Тише, господа, это интересно. Нет, 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 нет. Извольте заложить салфетку. Ну что, ей-богу? Я не позволю вам есть, пока вы не заложите салфетку. Зина, примите у Шарикова тарелку. Как это так? Примите. И вилкой, пожалуйста. Благодарю вас, доктор. А то уж мне надоело делать замечания. Я водочки выпью. А не будет вам? Вам жалко? Вы, Шариков, чепуху говорите. И возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно. Водки мне, конечно, не жаль. Тем более она не моя, а Филипп Филипповича. Но это вредно, это раз. А второй, вы и без водки ведете себя неприлично. И так надо наливать. Сначала предложить Филиппу Филипповичу,
затем мне, а уж в заключение себе. Вот все у вас как на параде. Салфетку туда, галстук сюда, да извините, да пожалуйста, мерси. А так, чтобы по-настоящему, это нет. Мучайте сами себя, как при царском режиме. А как это по-настоящему, позвольте осведомиться? Желаю, чтобы все. И вам того же. Стаж. Ничего уж тут не поделаешь. Клим Чугункин. Вы полагаете, Филипп Филиппович? Ничего и полагать. И так все ясно. Я еще водочки выпью. Ну-с, что мы с вами предпримем сегодня вечером? В цирк пойдем. Лучше всего. Я бы на вашем месте хоть раз в театр сходил. В театр я не пойду. И Кани за столом у других отбивает аппетит. А почему, собственно, вам не нравится театр? Да дурака валянье. Разговаривают, разговаривают. Контрреволюция одна. Вы бы почитали что-нибудь, а то знаете ли... Уже так, читаю, читаю. Зина, убирай детководку. Так что же вы читаете? Робинзона Круза? Эту, как ее? Переписку Энгельса с этим... Как его дьявола? С Каутским. Позвольте узнать, что вы можете сказать по поводу прочитанного? Да не согласен я. Что, с Энгельсом или с Каутским? С обоими. Это замечательно, клянусь Богом. Да, и что вы можете с своей стороны предложить? Да что тут предлагать? А то пишут, пишут, конгресс, немцы какие-то, голова пухнет. Взять все, да и поделить. Так я и думал. Именно это я и полагал. А вы и способ знаете? Да какой тут способ? Дело не хитрое. А то что ж, один в 7 комнатах расселился, штанов у него 40 пар, а другой по помойкам шляется, питание ищет. Насчет 7 комнат, это вы, конечно, на меня намекаете. Ну что ж, хорошо, я не против дележа. Доктор, сколько мы вчера отказали? 39 человекам. Так, 390 рублей. С ваш шариков 130, потрудитесь внести? Хорошенькое дело. Это за что такое? За краны, за кота! Филипп Филиппович. За безобразие, которое вы учинили. И благодаря которому сорвали прием. Человек первобытный бегает по всему дому и срывает краны. Кто убил кошку мадам Полосухер? Кто? Вы шариков третьего дня укусили даму на лестнице. Да она меня по морде хлопнула. У меня и казенная морда. Потому что вы ее за грудь ущипнули. Вы стоите? Вы стоите на самой низкой ступени развития. Вы еще только формирующееся, слабое в умственном отношении существо. Все ваши поступки зверины. И вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе давать советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить. А сами в то же время наглотались зубного порошку. Третьего дня. Зарубите себе на носу, что вы должны молчать и слушать. Молчать и слушать, что вам говорят. Учиться и стараться стать хоть сколько-нибудь приемлемым членом социального общества. Кстати, какой негодяй снабдил вас этой книжкой? У вас все негодяи. Ну что ж, ну швондер дал, чтоб я развивался. Я вижу, как вы развиваетесь после Каутского. Зина! Зина! Зина!
Там приемный? Она приемный? В приемной. Зеленая, как купорос. Да, зеленая книжка. Ну, сейчас полить. Она ж казенная, с библиотеки. Переписка называется. Энгельса с этим чертом. В печку ее. Я бы этого Швондера повесил, честное слово, на первом суку. Сидит эта изумительная дрянь в доме, как нарыв. Мало того, что он пишет бессмысленные пасквили в газетах, да еще... Доктор, ради бога, съезди с ним в цирк. Так посмотрите, в программе котов нету. И как такую сволочь в цирк допускает, ну? Ну, мало ли кого туда допускают. Что там у них? Слоны и предел человеческой ловкости. Что вы скажете относительно слонов, дорогой Шариков? Что же, я не понимаю, что ли? Кот – другое дело. Слоны – животные полезные. Ну и очень хорошо. Поезжайте и посмотрите на них. Иван Арнольдович, покорнейше прошу пиво Шарикову не предлагать. Уважаемая публика, честь имею представить вам знаменитую прорицательницу мадемуазель Жанну из Парижа и Сицилии. Мадемуазель угадывает прошлое, настоящее и будущее, а равно и семейные тайны. Твое загадочное лицо, дура. Мадемуазель Жанна! Однако не следует думать, что здесь какое-то колдовство или чудо. Ничего подобного, ибо чудес не бывает, как это доказал наш профессор Преображенский. Все построено на силах природы с разрешением месткома и культпросвет комиссии и представляет собой виталопатию на основе учения индийских йогов, угнетаемых английским империализмом. Прошу вопросы, товарищи. Какое самое главное событие в моей жизни? Впереди. Самое главное событие в вашей жизни у вас впереди. Ей-богу, решусь. А, черт.
Нахал. Фу. Барменталь! Барменталь! Нет уж, вы меня по имени и отчеству, пожалуйста, называйте. Ну и меня называй по имени и отчеству. Нет, по такому имени и отчеству в моей квартире я вас не разрешу называть. Если угодно, я и доктор Барменталь будем называть вас господин Шариков. Я не господин. Господа все в Париже. А, Швондерова работа. Хорошо. Я сегодня же помещаю в газетах объявление, и, поверьте, я найду вам комнату. Ну да, такой дурак я. Что вы съехал отсюда? Как? Ну, знаете, вы не нахальничайте, месье Шариков. Вот, член жилищного товарищества, и мне определенно полагается жилплощадь у ответственного съемщика Преображенского в 16 квадратных аршин. Благоволите? Нет, я этого Швондера в конце концов застрелю. Филипп Филиппович, Ферзихт. Какая тут к черту осторожность? Имейте в виду, если вы еще раз позволите себе эту подобную наглую выходку, я лишу вас обеда и вообще питания в моем доме. 16 аршин. Это прелестно, но ведь я не обязан вас кормить по этой лягушечьей бумаге. Я без пропитания оставаться не могу. Где же я буду харчеваться? Так вот и ведите себя прилично. Что случилось? Сюда. Выпей с нами. Кто они такие? Они хорошие. Они будут у меня ночевать. Иван Анатольевич, позвоните в 45-е отделение милиции. Будьте добры. Вон отсюда. Барменталя самого надо сдать в 45-е отделение милиции. Он у тебя без прописки живет. Кто украл 2 червонца? Я не брал. А кто же? Кто кроме вас? Я не один в доме живу. Может, Зинка взяла? Я? Не беспокойся, Зинуш. В ванну его. Филипп Филиппович, я никогда не забуду, как я полуголодным студентом явился к вам, и вы приютили меня на кафедре.
Поверьте мне, для меня вы гораздо больше, чем профессор, учитель. Спасибо вам. Голубчик, я иногда ору на вас на операциях. Вы уж простите мне мою старческую вспыльчивость. В сущности, ведь я так одинок. А тебе или на грена, да? Филипп Филиппович, я, конечно, не могу давать вам советы, но посмотрите на себя. Вы совсем замучились. И так нельзя же больше работать. Абсолютно невозможно. Ну вот. По моему глубокому убеждению, другого выхода нет, как покончить с ним. Не-не-не, и не соблазняйте. И не говорите, и слушать не буду. Вы же понимаете, что получится, если нас накроют? Нам с вами, принимая во внимание происхождение, отъехать в Париж не придется, несмотря на нашу первую судимость. У вас же нет подходящего происхождения? Какой там черт? Отец был судебным следователем в Вильно. Ну, так вот. Это же дурная наследственность. Пакость с ней придумать себе ничего нельзя. Впрочем, виноват, у меня еще хуже. Отец кафедральный протоиерей, мать... От семьи до Гренады, в тихом сумке, черт знает, что такое. Филипп Филиппович, вы величина мирового значения. Из-за какого-то, извините за выражение, сукина сына? Да разве они смогут вас тронуть? Помилуйте. Тем более не пойду на это. Да почему? Но вы-то не величина мирового значения. Ну, где уж. Ну, так вот. А бросить коллегу в случае катастрофы, а самого выехать на мировом значении, это извините. Я московский студент, а не Шариков. Значит, теперь вы будете ждать, пока удастся из этого хулигана сделать человека? Иван Анатольевич, скажите, я понимаю что-нибудь в анатомии и физиологии. Филипп Филиппович, ну что вы спрашиваете? Ну так вот, будущий профессор Бурменталь. Сделать из него человека никому не удастся. И не спрашивайте. Я 5 лет выковыривал придатки из мозгов. Вы знаете, какую колоссальную работу проделал? Уму непостижимо. И спрашивается, зачем? Чтобы один прекрасный день милейшего пса превратить в такую мразь, что волосы становятся дыбом. Исключительное что-то. Совершенно с вами согласен. Вот доктор. Что происходит, когда исследователь, вместо того, чтобы идти параллельно и ощупью с природой, форсирует вопрос и приоткрывает завесу. Вот тогда нате вам Шарикова, ешьте его с кашей. Филипп Филиппович, а если бы мозг Спинозы? А на какого дьявола, спрашивается? Объясните мне, пожалуйста. Зачем нужно искусственно фабриковать человека, когда любая баба может его родить когда угодно? Филипп Филиппович... Нет, но не ведь... спорьте, пожалуйста. Не возражайте, Иван Ильич. Теоретически это интересно. Физиологи будут в восторге, Москва беснуется. Но практически что? Кто теперь перед нами? Кто? Исключительный прохвост. Но кто он? Клим. Клим Чугункин. 2 судимости. Алкоголизм, все поделить? Хам и свинья. Да. Я заботился совсем о другом. Об Евгенике. Об улучшении человеческой природы. А что получил? Неужели вы думаете, что я из-за денег занимаюсь этим омоложением? Я же все-таки ученый. Вы великий ученый, вот что. Да, вот доктор. Передо мной тупая безнадежность. Тогда вот что, дорогой учитель. Если вы не желаете, тогда я на свой риск накормлю его мышьяком. Наплевать, что папа судебный следователь. Не-не, ни в коем случае. Я не позволю вам этого. Мне 60, я имею право вам советовать.
на преступление не идите никогда. Против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками. Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот швондер, что же из него получится? Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из нашего шарика. А, теперь поняли? А я это понял через 10 дней после операции. Так вот этот швондер и есть самый главный дурак. Он сейчас всячески старается натравить его на меня. Не понимая, однако, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого швондера, то от него останутся только рожки да ножки. Еще бы. Одни коты чего стоят? Человек с собачьим сердцем. Нет, 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 не клевещите на пса. Коты — это временно, уверяю вас. Ужас заключается в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе. Я убью его. Мама, помогите! Что там такое? Мама, помогите! Что ж ты делаешь, паразит? Вы будете, господин профессор, на нашего визитера Телеграфа Телеграфовича! Ну, я-то замужем была, мне все равно, а Зина, невинная девушка! Хорошо, что я проснулась! Дарья Петровна, извините, пожалуйста. Дарья, дело молодое. Что вы, доктор, я запрещаю. Доктор! Вы не правы. Чего? Ладно, ладно. Подождем до утра. Пролетай, пусти куда? Я сам пойду. Я ему устрою бенефис, когда он протрезвится. Филиппович, ну скажи ему. Учти, Егоровна, если будешь жечь паркет в печке, всех выселю. Все. Слушаю вас. Простите, вы не знаете, где сейчас находится гражданин Шарик? Петрухин, где исходящий? Что, его нет дома? Исчез. Почему я, осел, не запер дверь на ключ? Ищите его сами. Что ему, сторож? Тем более, что Шариков ваш прохвост. Вчера он взял в домкоме 7 рублей на покупку учебников. Собака. Воображаю, что будет твориться на улице. Воображаю. А он у меня еще 3 рябиновых водки украл и 3,50 занял. Так вам и надо. Ведь знали, кто он такой? Знали, знали. Не надо было собак приводить в дом с улицы. Надо срочно в милицию заявить. Я, Филипп Филиппович, на должность поступил. Бумагу дайте. Предъявитель сего товарищ Шариков, полиграф Полиграфович, действительно стоит заведующим под отделом очистки города Москвы от бродячих животных, котов и прочее. В отделе МКХ. Кто же вас устроил? А, впрочем, я догадываюсь. Ну да. Швондер. Позвольте вас спросить, почему от вас так отвратительно пахнет? Ну что ж, пахнет. Известно, по специальности. Вчера котов душили.
Николаевич! Ничего не подходит для другого, Филипп Ильич, не беспокойтесь! Зина! Дарья Петровна! Вы повторяйте! Извините, уважаемая Дарья Петровна и Зинаида, как ваше отчество? Прокофьевна! Прокофьевна, за мою выходку ночью в состоянии опьянения. Никогда этого не будет. Не будет, не будет. Отпустите вы его, вы его задушите. Отпустите его, Иван Арнольдович. Теперь имейте в виду следующее. Вы опять вернулись в квартиру Филиппа Филипповича. Да? А куда же мне еще? Отлично. Чтобы быть тише воды, ниже травы. В противном случае за каждую безобразную выходку будете иметь дело со мной. Понятно? Понятно. Послушайте, что же вы делаете с этими убитыми котами? На польты пойдут. Из них белок делать будут. На рабочий кредит. Заходи. Ну, смелее. Ну, чего ты стоишь? Заходи смелее. Раздевайся. Позвольте узнать. Я с ней расписываюсь. Это наша машинистка. Жить со мной будет. Барменталя надо выселить из приемной. У него своя квартира есть. Прошу вас на минуточку ко мне в кабинет. И я пойду. Извините, профессор побеседует с дамой, а мы уж с вами побудем здесь. Я не хочу! Нет, простите. Он говорил, что ранен в боях. Лжет. Мне вас искренне жаль. Но нельзя же так.
с первым встречным, только из-за служебного положения. Детка, это же безобразие. Столовки солонина каждый день. Угрожал, говорил, что красный командир. Говорил, будешь жить со мной в роскошной квартире. Каждый день она нас... Психика у меня, говорит, добрая. Я только котов ненавижу. Еще кольцо взял на память. Я отравлюсь. Ну-ну-ну-ну. Надо перетерпеть. Вы еще так молоды. Шариков! Отчего это у вас шрам на лбу? Потрудитесь объяснить этой даме? Я на колчаковских фронтах ранен. Перестаньте. Погодите. Колечко позвольте. Ну ладно, попомнишь ты у меня. Я тебе завтра устрою сокращение штатов. Не бойтесь его, я ему не позволю ничего сделать. Как ее фамилия? Фамилия! Вознецова. Ежедневно сам лично буду справляться в очистке. Не сократили ли гражданку Вознецову? Если только узнаю, что сократили, я вас собственными руками пристрелю. У самих револьверы найдутся. Берегитесь! Знаешь, полиграфочка, где они прячутся? Я их сердцем чую. Садись. Давай, поехали. Смотри, не упусти. У вас боли, голубчик, возобновились? Нет, профессор. Я вам очень признателен. Я к вам по другому делу, Филипп Филиппович. А также угрожаю убить председателя домкома товарища Швондера. Из чего видно, что хранит огнестрельное оружие и произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельса приказал своей социал-прислужнице Зинаиде Прокофьевне Буниной спалить в печке. Как
явный меньшевик со своим ассистентом Барменталем Иваном Арнольдовичем, который тайно, не прописанный, проживает в его квартире. Подпись заведующего под отделом очистки Шарикова удостоверяю. Председатель домкома Швондер. Секретарь Пеструхин. Хорошо, что мне непосредственно доложили. Вы позволите оставить это мне у себя? Или, может, вы виноват, хотите, чтобы дать законный ход делу? Извините, профессор, вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я... Извините, голубчик, извините. Я не хотел вас обидеть. Не сердитесь. Он меня так задергал. Завтра утром подашь. Здравия желаю, полиграф, полиграф. Обед в столовую подашь. Шариков, зайдите в кабинет. Ну? Сейчас заберите вещи, брюки, пальто, все, что вам нужно. И вон из квартиры. Как это так? Вон из квартиры сегодня. Да что такое в самом деле? Что я, управы, что ли, не найду на вас? Я на 16 першинах здесь сижу и буду сидеть! Убирайтесь из квартиры! Ва! Не лезь, Барменталь! Доктор, доктор, что вы... Доктор Бельмин! Доктор Бельмин! Ключ от парадной. Профессор просит вас никуда не уходить из квартиры. Это нет недоверия к вам. Просто кто-нибудь придет, а вы не выдержите и откроете. Нам нельзя мешать. Мы заняты. Это не от недоверия к нам. Они заняты. Им мешать не надо. Где начальник очистки? А ты кто? Я председатель домкома Швондер. А хрен его знает, где твой начальник очистки. Сами его третий день ждем. Так.
уголовной милиции следователь. Благоволите открыть. Где комната, профессор? Что вам угодно, господа? У нас есть ордер на обыск и арест. В зависимости от результатов. А по какому обвинению, позвольте вас спросить, и кого? По обвинению профессора Преображенского, Барментали, Зинаиды Буниной и Дарьи Ивановой в убийстве заведующего под отделом очистки МКХ полиграфа Полиграфовича Шарикова. Ничего не понимаю. Какого Шарикова? Моего пса, которого я оперировал? Не пса, а когда он уже был человеком. Вот в чем дело. А, то есть он говорил. Но это еще не значит быть человеком. Впрочем, это не важно. Шарик и сейчас существует. И его решить никто не убивал. Тогда вам придется его предъявить. 10-й день как пропал, а данные, извините, очень нехорошие. Доктор Барменталь, благоволите предъявить Шарика следователю. Как же он служил в очистке? Я его туда не назначал. Ему господин Швондер дал рекомендацию, если я не ошибаюсь. Это он? Он самый, только сволочь опять оброс. Он же говорил. Он и сейчас еще говорит, но только все меньше и меньше. Так что пользуйтесь случаем. Наука еще не знает способов обращать зверей в людей. Вот видите, я попробовал, он заговорил и начал обращаться в первобытное состояние. Атавизм. Атавизм. Неприличными словами не врать! Валериан. Вы видели? Он натравил собаку. А Швондера я собственноручно спущу с лестницы, если он еще раз появится в квартире профессора Преображенского. Прошу эти слова занести в протокол. Слышали? Прошу эти слова занести в протокол. Свезло мне, так свезло, просто неописуемо свезло. Утвердился я в этой квартире. Окончательно уверен я, что в моем происхождении нечисто. Тут не без водолаза.
Потаскуха была моя бабушка. Царство небесное старушки. Правда, голову все исполосовали зачем-то. Но это до свадьбы заживет. Нам на это нечего смотреть.